Привет подписчикам канала Mentor Body. Сегодня мы находимся в фитнес-клубе iGym. Это моя уже постоянная локация как тренера и как готовящегося спортсмена. Готовивающегося. Вот Гарай бы точно бы, Вовчик, привет. Ты бы 100% с первого раза сказал это слово. Вот. Сегодня у нас уже подходит к концу вторая неделя моей подготовки на весну 2016. Если быть точнее, это 12 дней. И за 12 дней у меня ушло почти 6,5 килограмм. Даже не почти, а 6,5 килограмм. Вот. Если говорить о сплите тренировок, то это я также тренируюсь по сплиту 2 плюс 1. Я делаю 2 тренировки и день отдыха. Но день отдыха я в основном не валяюсь на диване. В этот день я тренирую либо остающие группы мышц, такие как голень, пресс, мелкие, которые быстро восстанавливаются. И делаю кардио, длинное кардио. Сегодня вообще-то должен был быть именно такой день расслабона, я должен был бы сесть на велик и просто: Ваня, вот какого хера ты пришел и кашляешь, вот иди отсюда. Сегодня как раз должен был быть такой день расслабона, я должен был сесть на велосипед. А причем, знаете, на такой, не который ты сидишь просто, а на котором ты лежишь. И вальяжно так крутишь педали, смотря какой-то хороший, добротный фильм. Но приехал наш оператор Глеб. Глебушка, помаши ручкой. Привет, помаши ручкой. Привет, я тут. Да. И сказал: Леха, мы сегодня снимаем твою тренировку. И поэтому я вынужден пить какую-то гадость. Вот это Доместос. Со вкусом носков Ронни Колемана после тяжелого приседа. Вот. И мы сегодня будем тренировать заднюю поверхность бедра. И в конце немножко голени. Во время тренировки расскажу вам, как я питаюсь сейчас, что меня мотивирует и как построен мой тренировочный процесс. В общем, все будет красиво, четко и жестко. Как обычно, в реальном времени, реальная тренировка, четкая техника и ваш неизменный слуга. Кохан Алексей. Каждую тренировку я начинаю с кардио. Перед тренировкой ног я делаю порядка 20-25 минут на степпере. Огромное спасибо хочу передать за рекомендацию Саше Щукину в Питер. Саня, с Киева тебе пламенный привет. Именно он рекомендовал этот тренажер. Не в одном своем ролике повторяю, что очень круто он таким вот образом вытаптывает, чувствует ягодицы, бицепсы, бедер. И делаю я его тоже не совсем однотипно. Я шагаю такие мини-раунды по 2,5 минуты. Сначала я иду на полную стопу, делая упор на ягодицы и на бицепс бедра, немножко наклонившись вперед. Когда 2,5 минутки проходят, я становлюсь на носки, ставлю ровное положение тела и начинаю вытаптывать уже от носков, включая в движение голени, продавливая и создавая статическую нагрузку на голень. Так, кардио закончили. Пока я в адеквате, я хочу немножко рассказать по поводу своей изменений в диете. Вот. Я не сторонник какой-то жести, если ты себя держишь в узде, плюс-минус, а я старался межсезонье держать чистым, то, в принципе, подойдет постепенное снижение калоража питания посредством урезания углеводов и минимализации жиров в рационе. Если я, ну, конечно, я ел кошмарное количество медленных углеводов во время набора, это было порядка чистого веса каши 800-850 грамм в сухом виде, и где-то грамм 800 мяса у меня было, то сейчас я урезал с первой недели до 500 грамм каши чистого вида и мясо поднял до кило 100 в день. Также я оставил по поводу жиров, это где-то порядка 2 столовых ложек оливкового масла, немножко, буквально горсть орехов, и из таких животных жиров это 2 желтка в сутки.
яиц я оставил куриных около 12. И иногда мясо заменяю рыбой. То есть я говорю, если я говорю мясо, то кило 100 это чистого вида продукта. Мясо, рыба, то есть я чередую морепродукты, это кальмары. До креветок, конечно, дело не доходит, потому что мой спонсор, который никогда не существовал, не дает мне деньги на них. Так что это грудка, телятина по праздникам, по государственным праздникам. И, пожалуй, индюшатина. Ну, как собака. Грудку я кушаю, короче. По поводу спортпита, тут ничего сложного нету, это 1-2 протеиновых шейка в день. Молочку я тоже все исключил, поэтому протеин я пью только безлактозный. Порядка почему 3... вот молоко, а почему? Ну знаешь, тут как бы, наверное, сработало спортивное воспитание. Мой тренер Сережа Духота, ему привет, и Саша Ермоленко. Оба моих тренера во время сушки, как только начинается период сушки, советуют полностью исключить молочку. Ну, знаешь, ну, вроде ничего страшного. Многие ребята исключают молочку за 3-4 недели до старта первого. Но и на сцене они выглядят не такими жесткими, не такими глубокими. Выглядят, скажем так, более мыльными, более затертыми, гладкими, чем люди, которые без молочки уже более длительный срок. Так что я не играю с этим. Вот, и исключаю ее сразу же. Она держит воду. И не то, чтобы мне сейчас эта вода не нужна. Просто она мешает понять, насколько ты худеешь, сушишься. Вот. Так что спортпит это грамм 30 БЦА. Я где-то кидаю грамм 5, когда просыпаюсь. Грамм 20 во время тренировки. И грамм 5 на ночь. То есть всего 30 грамм. 10 грамм глютамина на ночь. Протеин 1-2 шейка. И то, скорее всего, один только после тренировки. Также я оставил еще фрукт. Это 200 грамм где-то фрукта. Это яблоко, либо грейпфрут. Тоже только после тренировки. Когда нет тренировок, нету фруктов. Все очень просто. По поводу воды. Это большое количество воды, порядка 6-7 литров в день. Почечки хочу, чтобы работали хорошо. Продукты распада, полураспада белка, так же как и витаминок, выводились из организма вовремя, своевременно. Я не ходил просто опухший, либо какой-то недофильтрованный, скажем так. Вот, в принципе, и все. По поводу витаминок, это А, С, Д и группа Б. Вот. Ну, в принципе, можно приступать к тренировке. Сегодня у нас бицепс бедра. Начну с концентрированного подъема ног лежа или же просто сгибания на бицепс бедра лежа. А потом перейдем на что-то базовое. Скорее всего, это будет становая тяга со степа. Пошли. Очень важную роль играет положение валика, который лежит у вас на ногах. Нужно расположить таким образом, ну, общего рецепта нету. Кто-то коротконогий, у кого-то, как у кенгуру, ноги длинные. Поэтому нужно его таким образом расположить, чтобы он лежал у вас на ахилле. Ахилл у нас сухожилие, это вот этот участок между пяткой и креплением, нижним креплением икроножной мышцы. По поводу техники выполнения. Мы ложимся. Живот, ноги ложатся полностью, я ложусь на локти для того, чтобы меньше вовлекать в работу поясницу, растягиваем хорошо бицепс бедра, позитивное движение вверх более быстрое, чем вниз, и работаем. Я работаю порядка 20 повторений, стараясь натягивать носок вниз, для того, чтобы исключить из работы боли и работать исключительно бицепсом бедра. Here we go. Даже с небольшим весом разминочным уже прекрасно чувствуешь бицепс бедра, если делаешь его в правильной технике. Прыжки между рабочими весами в подходах я делаю небольшие и накидываю по чуть, по 2-3 плиточки, пока не упрусь в такой вес, который я могу с чистой техникой поднять в двух подходах где-то по 12-15 повторений. Это и есть рабочие подходы. Рабочих подходов 2, разминочных, ну, 3-4. Соответственно, у нас получается 5-6 подходов.
Это первоображение. Такую растяжечку. Всем нашим хейтерам можешь снять крупный кадр. Вот. Надо не забывать, что когда делаете, старайтесь максимально быть прижатыми животом к скамье, для того, чтобы не вовлекать работу поясницу. И работать не в статическом каком-то режиме, когда вы подкидываете всем телом, а просто работать, сокращая бицепс бедра. Вы должны ментально его так же сократить, как вы сокращаете бицепс на руке, когда поднимаете штангу. Вот, в принципе, весь секрет. Значит, сейчас у нас становая тяга на прямых ногах. Она же мертвая тяга. Делаю ее со степа. Специально, чтобы в нижней точке опустить штангу таким образом, чтобы блины были ниже уровня стоп. И добиться максимального растяжение бицепса бедра. Бицепс не будет большим. У меня играет музыка просто в ухе. Я, наверное, как подбит еще начитываю. Вот, здесь не будет большим. Работа на ощущения. В чистой технике. И максимально стараться будем опускаться низко и держать колени воткнутыми, вставленными, так, чтобы растягивать бицепс бедра и не вовлекать в движение квадрицепс и поясницу. Вот. Один момент тоже со спиной. Тоже много споров. Ребята подходят ко мне, спрашивают, мол, почему ты округляешь спину? Я вот когда делаю это упражнение, я стараюсь так же работать, как я работаю на гиперэкстензии, на бицепс бедра ягодиц с округленной спиной. То есть, когда я стою, я ее округляю, поджимаю под себя ягодицы и дотягиваю бицепсом бедра. Когда у меня спина в верхнем отделе, имею в виду в грудном, максимально прогнута, то я хочу, не хочу, а вовлекаю в работу очень сильно трапециевидные и прямые мышцы спины. В общем, на деле сейчас покажу, как это выглядит. Итак, 5 подходов мертвой тяги со степа с минимальным задержкой в нижней точке, максимальным растяжением бицепса бедра остались позади. Я словил приход, как говорит Сити Флетчер, приход танцора диско и био. В общем, мне хорошо. Легкое ДЦП. Вот, голова кружится. Значит, вечер пятницы. Так, ну сейчас я думаю пошагать с гантельками по залу, сделать выпады с выносом ноги опорной не прямо, а немножко в диагональ, для того, чтобы хорошенько растянуть бицепс бедра. Вот. И задействовать при этом при вставании каждый раз от пяточки низ ягодичной. Но я думаю, это будет маленький вес. Гантельки килограммчиков по 8 сначала и шагов так 60-70. То есть возьмем гантели и будем тупо гулять. Как в армии говорят, отсюда и до обеда. Вот. Четвертое упражнение. Какое? Третье. Полет нормальный.
зачем вообще пыхчу? Вот это вот все прям по 60 шагов делаю, блядь, сижу на диете. Ребят, короче, задумали мы трансформацию. Мою. Не для журнала, не для фотосессии. А как обычно, если уже конец января, то что? То начинается подготовка на весну. Я думаю, это будет категория 90, может быть, даже 95 кг. В общем, посмотрим, что с меня останется. Сейчас пока 107 вес. Ну такое. Такое, 7-8 из 10 возможных. В общем, следите за моими изменениями. Задавайте ваши вопросы. Черпайте что-то полезное для себя в плане питания, тренировок. Будьте с нами. Будьте умнее, веселее, добродушнее. Спорт объединяет. Вот так вот. Значит, третий подход. По 60 повторений в каждом подходе. Итого 180 выпадов всего за упражнение. Начали с 8 килограмм, 7,5, потом 10. И закончили 12,5 в каждой руке. Гантельки. Вес небольшой. Максимальная амплитуда движения. Проваливаясь максимально низко. Короче, блядь, самое лучшее кардио. Вместо этих всех кардиотренажеров взять гантельки и пойти, короче, по залу. Вот. Я для себя ставлю всегда цель не быть лучше кого-то, а быть лучше себя вчерашнего. Если ты каждый день проживаешь с мыслью и с чувством выполненного долга, что ты поработал над тем, чтобы быть круче, сильнее, выносливее и просто лучше, чем ты вчерашний, значит, этот день прожит не зря. Вот. Сейчас сделаем последнее упражнение, какое-то концентрированное. Я думаю, можно сделать сгибание одной ногой, сидя в тренажере. Для сгибания, именно сидя, я отношу его, так скажем, к разряду упражнений сжатой позиции, сокращенной, с цикловым сокращением, для того, чтобы еще больше прорубить растянутый бицепс бедра. Ну, а потом, как обычно, кома на сутки где-то, восстановление, белок, тестостерон и много-много сна. Как-то так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Расстрел дрощей. Так, крайним упражнением у нас идет концентрированное сгибание в тренажере для бицепса бедра. Сидим. Клевый аппарат, но если у нас есть у вас в зале, то если у вас есть в зале, у вас, то заставите его таким образом, чтобы у вас опять же ахилл четко лежал на валике. Уперлись в рукояточки и, делая пиковое сокращение, с паузой сокращаем. Опять же, не силовая работа, раз вот так на 20. Хорошенько продавливая, вот это он пробивает как раз вот эту часть, которая под самыми ягодичными находится. Или же в простонародье поджопную часть бицепса бедра. Ой, боже мой. Если вы уже такие мертвые, как я, то поверьте, вам не придется долго искать ту зону, от которой вы работаете в нем. Следите за тем, чтобы вы не ехали вперед, и упираясь в рукоятки, отталкиваясь назад. Опять же, носок на себя тянете, чтобы не вовлекать движение голень. Можно подержать секундочек 5 и опустить. Если у вас в зале нету всего чудодейственного тренажера, то в принципе сойдут сгибания лежа. Как их сделать более концентрированными? Да просто повесить минимальный вес и сделать их одной ногой. Для того, чтобы почувствовать бицепс бедра, если у вас есть проблемы с этим, просто ложите ладонь на бицепс бедра и при сокращении пытайтесь именно так повернуть стопу, либо подать пятку на себя, а носок от себя. Таким образом, чтобы вы почувствовали, как в руке прямо-таки сокращается двуглавая бедра. Короче, подошел к концу первый выпуск моей трансформации.
лиги за обновлениями. Я думаю, мы будем делать отчетное видео каждые где-то 2 недели. В общем, тренировка бицепса бедра. Так она выглядит сегодня. Я приверженец интуитивного тренинга, то бишь я знаю, что я буду тренировать. Упражнения я выбираю по ходу, основываясь и полагаясь на тех акцентах, которые мне интересны. Вот, в развитии глубины и проработки того или иного мышечного массива. Значит, сегодня вы увидели такую более силовой вариант многообъемной тренировки бицепса бедра. Я еще обещал сделать голень, но я жестко обломался. Ее у меня нету и не будет. Это я так себя успокаиваю, когда мне впадло ее делать. Данная тренировка подходит, скажем так, ее может повторить человек начального уровня, атлет, но только настолько ли будет это целесообразно, как выполнение данной тренировки атлетом среднего и высокого уровня, я не могу гарантировать. Значит, что еще могу сказать? Теперь нужно кормить мышцы. Сейчас у меня сыворотка будет безлактозная, я уже говорил. И фрукты я себе позволю скушать, небольшое яблочко. После этого часика полтора я подожду и покушаю рыбки. Это будет запеченный хек с овощами и немножко будет пасты из твердых сортов пшеницы. А для людей, которые не знакомы со спортивным, что это сыворотка? Сывороточный протеин. Вот. В общем, я думаю, мы сделаем отдельный выпуск, посвященный спортивному питанию, так как сейчас я не в силах отличить просто свою жопу от своей головы. Так что вряд ли я вам расскажу, что такое сыворотка доступно и красиво. В общем, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И мы обещаем вас радовать многими информативными, интересными и свежими выпусками моей трансформации, трансформации Фира из группы «Бардак», творческого объединения «Настольный град». Ну и просто множеством новых прикольных роликов с известными атлетами из мира фитнеса и бодибилдинга. Mentor Buddy будет рад вашим подпискам, вашим лайкам и комментариям. Конечно же, хотелось видеть позитивных больше комментариев, но негативные комментарии свидетельствуют тоже о том, что вы нас смотрите. Так что участвуйте в просмотре наших роликов, а мы будем стараться для вас. Спасибо, с вами был Алексей Кохан. Adios. Оставайтесь сильными и здоровыми.